Опа! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня мы с тобою продолжаем играть растения против зомби экзе версия. Сегодня будет ремастер 3.0. Вот, она, по-моему, давно еще выходила, год назад, но мы к ней не прикасались. И это капец какой-то, смотри, у бедного грохострела уже кровь, блин, идет из глаз от этого шедевра. И бедный чесночок там затесался. Смотри, сам босс. Как гармошка какая-то. Ну, на самом деле, друзья, вы понимаете, экзе-игры, они бывают вообще лютым трешаком, а бывают очень годными. Ну, в принципе, нормально. Настроечки. Ой, дядя. Так, прыгать Z. Спасибо, бонус закрыт. Всем приятного просмотра, друзья. Посмотрим, что у нас там будет. Блин, опять ночь. Блин, опять меня будут... Про себя. У нас же рейтинг 0 минус. Ты кто? Догадайся, блин, беги, это клише такое. Ни хрена себе! Капец! Так, пацаны, короче, все понял, как в обычных экзе-играх, так. Ух, дядь! Чё, дядь? Это как же мне надо тут стараться-то? Вначале всегда вроде как расслабон идет. Продолжить? Нет, естественно, давай заканчивать. Блин, опять это? Ни хрена себе. Так, все, почесали сразу же. Не, ну, в принципе, это можно быстро пройти, я думаю. Ну, просто такой прям жесткий сначала уровень. Ты сейчас скажешь, наверное, да ты чё, блин, ты, наверное, жесткач не видел. Ой! Он подбирается! Да ты чё, прикалываешься, что ли? Ух! Я прошёл, я точно прошёл! Он сбежал, но ненадолго. Я бы поиграл с ним, но у меня дела. Ух, блин. Что это? А, опять отстреливаться, старый добрый Second Nightmare! Это получается продолжение, офигеть! Хорошо, что Аксер деактивировал генераторы. Надеюсь, Пак Раб покажет всё это. Хорошо, что Аксер деактивировал генераторы. Что?! Нет! Так, я тут. Ледяная, я тут! Погоди, у меня дежавю! Стоп! Жесть! Просто жесть! Ты умер! Так, я тут! Ледяная, я тут! Погоди, у меня дежавю! В смысле, это будет, что ли, каждый раз повторяться? Офигеть, блин, грёбаный. Так, ну тут вроде как полегче, пацаны. Ну, слава богу. То я, если честно, боялся, то что... Ой! Опа! Опачки! Оп! Не, ну это нормально. Какие-то горы у нас там сзади, блин. Убежала. Что? Тебе... Офигеть, она чисто нас наполовинку разрубила. Боже, что ты творишь? Мы убьем всех растений. Блин, это круто. Это вот эти переходы, это просто топ. Выбери курсором мыши. Сначала убью гороха. Ты дурачок? Я сразу арбуз выбираю. Ну давай, выбирай. Так, что это за место? Погоди. Нет. Братишка, как поспал, братишка? Я тебе покушать принес! Крик из зеленого слоника. Ой, ты умер. Почему? Он так похож на оливку, маслину. Па-пам-пам, па-па-пара-пам. Ух, зомбо сзади. Ай, он меня Фу, что он там? Он как-то пристроился сзади. Черт! Так, быстрее. Идем, конечно. Не, ну он не такой прям. Вот я не знаю почему, но в начале было очень даже жестко. Здесь не так даже страшно. Надеюсь, без копирайта все. Дядя. А то в прошлой версии был... Не, кстати, Second Nightmare мне понравилась, но она... Блин, я помню, я там очень долго проходил.
Блин, уже мы, наверное, до последнего дошли и какого-то фига. Аккуратно, 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 бро. Смотри, он еще не появляется, норм. Оп, теперь уже появился. Вот это, ух, отлично. Е, он свалил. Я думал, мы братишки. Убить ореха. Хоть не картошку. Скоро, ему конец. Мне надо убить жердяя. Блин, бедный орешек. Жирный! Эй, ты! Я знаю, кто ты, мамка твоя жирная! Зря ты мне нагрубил, убить его! Нет, опять делать самому? Фига, блин! А вот это было жестко! А вот это было жестко, пацаны! А что произошло-то? Даже музыки нет. Даже музыка пропала, ребята. Что-то, по-моему, изи... Чё-то, по-моему, вообще изи. Я ничего не понимаю, почему игра становится все легче и легче. Вначале такой пот был, а сейчас все легче, легче, Все ему... Жердяй дохлый. Ну, почему нельзя жить мирно, плачет? Цикай с городу, Тоби. Ты бессердечный мр... Ой, ты умер. Блин, погоди, погоди, погоди. Что нам надо сделать? Это что-то я вспоминаю. На самом деле, подобное было. Так, стрелять нам нельзя. То есть нам надо ходить кругами, но тут как-то сложно. Тут сложнее, чем в прошлые разы было. Да как он просто, понимаешь, когда кверху... Он замедляется почему-то. Я не знаю, почему. Да как ты... Черт, как же смешно. Ржака просто. Дикая. Офигеть, это просто какие тут надо выкрутасы делать. Дядь, ужас. И, блин, и надо стрелочками управлять. Офигеть, там, я не знаю, там просто маленький миллиметр, и он уже дохлый. А теперь он своей, блин, башкой уперся в пиксель, и все, и он типа... Ой, тихо. Нет, как это произошло? Я не понял, если сколько надо вот так вот крутиться? Ты чё, дядь, блин, прикалываешься, что ли? Нет, в принципе, смотри, можно так крутиться, но... Хотя примерно понял, как тут надо. Дай! Жесть! Ой-ой-ой-ой! Ой, мама! Everybody, come on! Сейчас прозрём, я чувствую. Тридцать секунд осталось гонять. Блин, капец, какой-то, ну же! Ты, блин, совсем офигел, что ли? Ладно, так, мы с тобой вроде как бы немного обучились, научились, но это пипец. Блин, чутка оставалось, просто чисто чутка. Как будто летает, как привидение сраное. Тен-тен-тен-тен-тен-тен. Еще минута. Спокойно, я уже мастер. Сейчас выеживаюсь, мне кажется, опять просрем.
Я отвечаю, это очень сложно, ребят. Поиграйте сами, вы офигеете. Боги! 30 секунд остается. Приходится выжимать на максимум тут скорость. 20 секунд. Да ёпарасете, да какого фига ты, блин, творишь? Ты иди нафиг, блин, бесишь уже. У меня уже рука отваливается, так нажимать на кнопки. До бесконечности будет, офигеть. Ну зачем столько времени? Для чего ты поставил, бро? Ну, боже мой. 5 же минут остается. И там 100% сейчас 20 секунд останется. Я 5 просру. Как это работает, блин? Не-не, сейчас можно расслабиться, пацаны. Вот 20 секунд будет, это все, это пипец. Это хана будет. Тух. Не, пока все хорошо. 30 секунд. Да ты прикалываешься, ну-ка, тихо. Вот сейчас все просрем. Тух. 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 Он тоже выжил. Ты бесполезен. Ладно, я собираю своих лучших миньонов. Миньонов. А я своего друга. Конец демо. Спасибо за игру. Залил обнова в скорый. Пока и спаси... Все? В смысле, блин, дядь? Да как так? Это демо-версия была? А когда она была? Ну-ка, погоди, дядь. Так, опа, у него нифига себе. 8 дней назад, внимание всем, так планы моих игр, приоритет на 2020-2000 и то, когда они должны выйти. Так, смотри, дядь, да тут у нас, в принципе, офигеть, у него там много, на самом деле, игр. Будем ждать, друзья. Так, ребят, спасибо огромное просто чувачку, действительно, это круто. Если что, может, на Game Jolt я там ссылочку сделаю. Посмотрите, что это вообще за игра. На этом все, спасибо вам за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.